И начнем с очередной попытки похищения ребенка. Накануне вечером неизвестные пытались посадить в машину 8-летнюю девочку. Тревожную информацию разместила мать ребенка в одном из популярных пабликов. У меня ребенка сегодня чуть не похитили. Ей 8 лет. Приехала в 105-й со школы 63-й новой. На остановке вышла и пошла от остановки домой. Подъезжает белая маленькая машина. Сначала начали сигналить, после чуть в машину не запихнули. Она начала кричать во все горло и убежала. Пришла домой, вся в слезах, всю трясет. Как пояснила позже женщина, ее дочь впервые возвращалась домой одна. Девочка разминулась со старшим братом и решила добраться самостоятельно. Сейчас ребенок дома. Родители написали заявление в полицию. Сообщение от родителей ребенка поступило в полицию утром 25 октября. Девочка опрошена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. С ней все в порядке. В настоящее время по данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Отметим, что это не первая подобная новость. На прошлой неделе в мессенджерах разлетело сообщение о попытке похищения школьника в железнодорожном районе. Однако тогда эту информацию в полиции опровергли.